Яркая и талантливая певица в последнее время не часто радовала поклонников своим присутствием на экране, однако ее появление восхитило всех без исключения. Дива будто помолодела на 30 лет и сменила имидж. Давайте же узнаем, помогли ли в этом ей пластические хирурги, каким именно образом. Стоит напомнить, что популярность пришла к Ларисе Долиной в середине 90-х годов после песни «Погода в доме», хотя до этого она почти 10 лет исполняла джазовые и эстрадные композиции. Статная блондинка стала все чаще появляться в различных концертах и даже снималась в кино. Помимо творчества, звезда прославилась своими методиками похудения на протяжении всей своей карьеры. Лариса Долина то стремительно худела, то снова набирала излишний вес. В сети до сих пор пользуется популярностью экстремальная диета ее имени, в которой основным продуктом служит кефир. Резкие колебания веса негативным образом отразились на состоянии кожи певицы. У нее стали появляться глубокие морщины, а также заметный птоз. Ходили слухи, что еще на пике своей популярности Долина делала подтяжки лица, однако тогда технологии еще не были столь совершенными, и очередная прибавка в весе возвращала все к исходному состоянию. В новом образе звезда появилась на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей». Все гости и зрители буквально ахнули, когда увидели, как изменилась Долина. Она заметно постройнела, овал лица подтянулся, исчезли глубокие морщины и нависшие щеки. Гости в студии засыпали артистку комплиментами, которые она принимала с загадочной улыбкой. Скорее всего, подобный эффект был достигнут с помощью круговой подтяжки лица и омолаживающей блефаропластики. Певице 65 лет, поэтому пластика выполнялась по максимально щадящей методике, скорее всего это был смаз-лифтинг. Кроме того, есть мнение, что Лариса делает инъекции филлеров, чтобы восполнить утраченные с возрастом мягкие ткани, например, в губах и области скул. Надо при этом признать, что это похоже на правду, ведь губы певицы действительно выглядят пухлыми и имеют идеальную форму с четким контуром. При этом надо отдать должное хирургу, который провел операцию настолько ювелирно, что на возрастной коже не осталось никаких заметных следов. Новые черты лица Долина подчеркнула ярким макияжем и выглядела на программе ничуть не хуже молодых коллег по сцене.